Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас я вам расскажу, как очень просто и быстро сделать три варианта шнуров. Совсем тоненький, потолще и шнур абсолютно любой толщины, который не имеет краев. Сейчас мы с вами выполним такие вот замечательно интересные вещи. Самый простой вариант шнура вяжется на трех или четырех иголках. На трех будет немножко потоньше, на четырех иголках немножко поплотнее шнур. Набираем обвивом две иглы, третья у нас обовьется сама, когда машина ее будет забирать в работу. Ставлю, ввела нитку в нитевод, держу рукой ниточку, даже не надо ничего навешивать, никакие грузы, и начали вязать. Подтягиваете нитку и просто вяжете длинный-длинный шнур на трех иголках. Когда мы тянем полотно, оно превращается в такой вот жгутик. Закручивается само собой, и даже непонятно, где у нас начало, где середина. Развернуть этот шнурок уже очень сложно. Он является полноценным шнуром. Видите, он держит форму, вернуть его в такое расправленное состояние уже невозможно. Это полноценный шнур. Если же мы добавим еще одну иголку, у нас будет шнур немножко помассивнее, потолще. Видите, он чуть-чуть толще, чем предыдущий, но точно так же затягивается, закручивается, стоит его немножко потянуть. Вот такой шнур, жгут. Называйте как хотите. Если же мы хотим сделать круглый и достаточно массивный, широкий шнур, надо гораздо больше игл. 5-6. Вот я достаю еще 3 иглы. Пускай будет 2. Делаю обвив и провязываю парочку рядов. У меня достаточно широкий шнур. Если я буду вязать его в таком виде, как есть, у меня он в такой вот жгутик не сложится. Поэтому есть секрет. Выдвигаем иглы в переднее положение и делаем так, чтобы машина у меня не забирала иглы в работу. Раз. И провязываем несколько рядов. Каждый раз выставляя иглы в переднее положение руками. Провязали два ряда, выставили. Выставили. Не забудьте подтягивать. У меня получаются вот такие вот длинные протяжки. Это то, что нам нужно. Провязав достаточное количество шнура, мы эти протяжки просто поднимаем крючком. Видите, я беру крючок и начинаю поднимать протяжки. Таким образом я формирую петлю и получаю стянутый край. У меня полноценный шнур. Видите, вот он, круглый шнурок. Причем нет у него ни конца, ни края, он развернуться физически не может, и вы при всем желании не найдете краев у него. Он становится достаточно плоский за счет того, что мы берем петли из середины. Видите, мне его не растянуть, он будет держать форму. Если вы свяжете из плотных ниток, у вас будет достаточно плотный, такой хороший шнурок. Закончить очень просто, вы просто переодеваете петли на соседние, провязываете еще пару рядов, ну
Вот таким вот образом вы вполне можете закончить шнур. Не забудьте нашу петлю подвязать до конца. Надеваете, закрываете и получаете совершенно необыкновенный качественный шнур. Либо поясок для платья, либо завязку любого совершенно размера. Если вы будете брать не 5 петель, а 6-7, у вас будет просто более плоская, более широкая конструкция. Но вот такой вот пояс, который не распустится, не разойдется, и вы не найдете у него краев, очень полезен в нашем вязальном хозяйстве. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.